Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Волна субтропического тепла из Казахстана приподнимает вторую фронтальную систему с зоны облаков и осадков на юг Сибири. А навстречу из севера катится массив холодного воздуха арктического происхождения. Далее более подробный прогноз. 14 апреля в Новосибирске пройдут дожди. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. В темное время суток ожидается плюс 3,5, днем температура поднимется до плюс 10-12 градусов. Весна – время перемен, обновляемся с водолеем, скидки до 40%. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом все, желаю отличного настроения.